비디오, <목소리> <목소리> 안녕하세요, 여러분. 세종오 공부하기 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 제1 과를 아, 배워볼 거예요. 여러분, 먼저 사진을 보세요. 아, 이소 있는 분은 아, 무슨 일을 하고 있을까요? 직업이 무엇일까요? 교사예요. 맞죠? 선생님이에요. 그럼 선생님은 질판에다가 진로라는 단어를 써 아, 놓으셨네요. 그런데 여러분, 진로라는 단어를 아세요? 진로는 재미있는 단어인데 아, 설명해 볼 то есть это путь, направление, курс, прежде всего в каких-то буквальных смыслах, да, направление движения, маршрут. Но гораздо интереснее это используется в нашей сегодняшней теме профориентация, профориентирование. Да, то есть «челло» – это дальнейший путь, после, например, окончания учебного заведения. Да, есть устойчивое словосочетание, например, Чило сангдам. Сангдам – это консультация, консультирование. Вот и получается чело сангдам – профориентация, профориентирование. Да. Кром, юробун, апро мосль хагу шпойо? Чороп памен, чудик хагу шпойо, анимен тэхагоне хагу шпойо? Куми моё? вот моду та тилоэо. Да, вот это все, все эти вопросы. Чем вы занимаетесь, чем вы хотите заниматься дальше, да, что планируете, продолжить учебу, пойти в магистратуру или пойти куда-то работать, все это чело. Кром, ибон а ягие 1번 1번을 보세요 1번은 어, 직업어휘 에요 네 직업과 관련된 어휘에요 어, 그럼 같이 읽고 어, 직업과 한인을 연결해 봅시다 요리사 요리사는 무엇을 하는 사람이에요 찾아보세요 여러분 네, 음식을 전문으로 만들어요 그럼 요리사는 음식을 전문으로 만드는 사람이에요. 아, повар тот, кто готовит еду профессионально, да, 전문으로. Это значит, 아, профессионально это его специальность, да? вы давно знаете слово 전공, специальность в учебе или в исследовании, да. Например, 저는 대학교에서 한국어를 전공했어요. Да, моей специальностью был корейский язык. Я специализировалась на этом. Но когда речь идет о специализации в профессии, а, да, например, юрист, специализирующийся на бракоразводных процессах, да, тогда вам нужно слово «чонмун». мун. Нет, затем га су. Га су ну, что он делает? Нет, правильно. И медсестра или медбрат. Каносанын мусын рыл хео. Мадзайо. Каносанын ыйсае топку хуанзя тольбайо. Медсестра или медбрат помогают 어, доктору вести прием. Да? это вот прием у врача. Да? Здесь сочетается чин от диагностики и рё от лечения. Чирё. И хуанзя тольбайо. Ухаживают за пациентами, если речь идет о госпитализации. Мадимагро 공무원. 공무원 공무원은 무슨 일을 해요? 국가나 지방의 단체에서 일을 하는 사람이에요. 맞아요? чиновник, госслужащий, тот, кто работает в государственных или 어, муниципальных организациях. тибан, да, как край, область. Можно так перевести. Не, 네. юробуни 알고 있는 직업이 어, 있어요? 그 나온 어휘 외에 어, 또 알고 있는 어휘가 있어요? 어, 예를 들면 미용사. 미용사는 무슨 일을 해요? 설명해 보세요, 여러분. 어, 미용사는 어, 고객에게 어울리는 헤어스타일을 만들어 줘요. 맞죠? 그 고객의 얼굴이나 어 머리 형태에 따라 알맞은 어 머리 모양을 권하고 음 고객 요구에 따라 아 어, 헤어스타일을 결정해요네 그리고 아 어, 머리 가락을 자르거나 어 염색해요. 맞아요? 아 어, 그다음에 음또 여러분 관광안내원 알죠? 관광안내원이 어떤 일을 하고 있는 사람이에요. 관광안내원은 개인 아니면 어, 단체 여행을 계획하고 안내하는 사람이에요. 맞아요? 어, 관광지에 대한 역사와 문화 정보를 제공해주는 사람이에요. 그럼 여러분도 좀 생각해보고 알고 있는 직업과 그 직업이 하는 일을 어, 이야기해보세요. 더, uh, uh, также корейцы, когда говорят о профессиях, да, они могут использовать не только именно название ä, профессии, да, 직업 명, 직업 명, да, название профессии, но и словосочетание, да, вот из глаголов и дополнений. Uh, давайте попробуем посмотреть и где можно, где это будет возможно, добавим uh, определение, собственно, самой профессии. Вот этот самый Чиго Мен подберем. Да? Итак, Кагеруль, у надо. Ну, строго говоря, это переводится управлять магазином. Uh, по сути, мы в русском обычно просто скажем, у него магазин, да, или там она там у нее там продуктовая лавка да допустим то есть что здесь главное «Кагеры у сарамен паро к каге да то есть речь идет именно когда человек хозяин этого же магазина или ресторана Кдайме конмуррр квалиада, конмуррр квалиада. это значит тоже управлять но с таким знаете оттенком именно администрирование, да, то есть квалидя uh, это можно перевести как менеджер, можно перевести как администратор. Uh, самая лучшая такая наглядная иллюстрация вот uh, значения этого слова это апартыквалидиль, да, вот у любого жилого дома или может быть комплекса жилых домов жилого какого-то комплекса обязательно есть апартыквалидиль, управляющая контора, да, которая непосредственно занимается регуляции различных вопросов, да, там, вывоза мусора, обеспечением там, коммунальных услуг и так далее. К даме посрыл унджонада. Водить автобус. Как будет водитель автобуса? Посрыл унджонаден сарамен. Посы унджон киса ее. киса. хада. 사업을 하다. заниматься бизнесом, заниматься предпринимательством. кроме 어, 하는 사람을 어떻게 해요? 맞아요. 사업가. 사업가라고 해요. 네, 그다음에 배달을 하다. 배달을 하다. 어, заниматься доставкой, доставку. кроме 하는 사람은 어떻게 할까요? 배달원. 배달원. То есть видите, есть 아, определенный набор, вот, ну, назовем их суффиксами, да, иероглифов конечных, которые обозначают профессии. Да? Чаще всего это ка, тя, са, вон. Да? Вот обычно такой выбор. Кдаме усыр сетакада. Усыр сетакада. Стирать одежду. Ну, есть слово сетакпу, как именно прачка, да? но поскольку все давно автоматизировано, наверное, нам важнее знать, как называется само место. Да? 그럼 어디에서 옷을 세탁할 수 있어요? 세탁소 맞아요? 그 옷이 더러우면 세탁소에 맡길 수 있어요. 네, 그 다음에 건물을 설계하다. 건물을 설계하다. проектировать здание, то есть это будет проектировщик да, 건축 설계사. у к сольгеса, может быть даже архитектор, коньцук, с о 그 다음에 Нунсарл чита. чита. Заниматься сельским хозяйством. А, заниматься сельским хозяйством. Кром нунсарл чиннен царамл отоке пуллоё. Мазайо. Нунбу. Нунбу Крестьянин, да, там фермер. Кдаме. Цадон чарр сурияда. Цадон Чинить, ремонтировать автомобили. 자동차를 어, 수리하는 사람은 정비사예요. 어, 그다음에 아이를 돌보다, 아이를 돌보다. присматривать за детьми, ухаживать за детьми. Ну тут возможные варианты. Кроме 어, 아이를 돌보는 사람은 유치원 교사도 있고 어, 그냥 시터도 있어요. 네, т о г д может быть 어, могут быть воспитатели в детском саду, а учион кюса могут быть няни, да, это с английского babysitter, sito, не, 네, sito рагу, альсусою. Кдэме усыл мандрида. Шить, изготавливать одежду, да, есть слово чебонса. Усыл мандынын сарамын чебонса ее. Кдэме хотересо ирульхада. Ну, тут слишком широкое понятие, да, Uh, это могут быть, опять же, и коллегия, да, hotel коллегия, хотел менеджер, hotel чигвон uh, просто обслуживающий персонал, да, опять же, hotel юриса, хотел сетакпу тоже может быть, чем uh, то 네. Вот здесь как раз еще uh, некоторые профессии, давайте посмотрим. Кёсу. 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 профессор, ну, в каричигу, в отличие от университете, а, используемого обычно это школ. преподаватель, – это… то в отличие от используемого обычно для школ. А, это Uh, преподаватель в высшем учебном заведении, то есть, как правило, который занимается не только преподавательской деятельностью, но и исследовательской. Да? Каритинен ильдо хаго, а, ханен ильдо хео. Не. К теме понёкка. это переводчик, работающий с письменными текстами. Да. 그다음에, 동역사, 동역사. 저는 중국어를 잘 모르니까 회의할 때 동역사가 필요해요. Это 어, переводчик у с т 다음에 승무원, 승무원. 비행기 승무원은 아, 비행기 운행을 돕고 승객 관리와 관련된 일을 해요.

пару Можно перевести как самозанятый. Вот, но тут, конечно, нужно понимать, что есть какие-то юридические э, тонкости, да, в определении этих понятий в России и в Корее. А, но в целом это человек, имеющий э, какой-то маленький бизнес, где он работает или только сам. Вот владеет он маленьким кафе, сам там же и готовит, сам же и подает, да? Либо, ну, небольшой, может быть, у него там с партнером он работает или там у него один нанятый сотрудник, да. То есть а, не, не речь о, о некрупном бизнесе, да. Поэтому вот а, есть такое вот специальное слово. Да? Не просто предприниматель, хотя там заложено это значение. А, если посмотреть на иероглифы, ча сам сам себе, да, вы знаете слово ча если не знаю ча, дом ча. йон, видите, вот у нас 어, 운영하다가 오프라블리하지. Да, вот. Вот как бы, 그다음에 가정주부. 저는 우리 가족의 건강과 집안일을 책임지고 있는 가정주부예요. 아 넘어가자. 이감. 네? 그다음에 비서. 비서. 저는 아, 사장님의 일정을 관리하고 그분의 일을 돕는 비서예요. секретарь, да, человек, который помогает uh, начальству, например. Да. Хван Хуангьон Ми Хуангьон Он, Хуангьон Кён Ми Хва Он, Догадались? Это uh, дворники те, кто убирают улицы. Очень красивое слово. Посмотрите здесь. Хуан сначала, окружающая среда. Потом иероглиф Ми, красота. Потом хва, это все, что связано с изменением, с трансформацией. То есть получается тот, кто делает окружающую среду красивее. Вот так вот такое вот прекрасное название. К Унджон Киса. Унджон Киса. Иродельмен. После 보스를 운전하는 사람이에요. 와 о ж е т б ы ь т а 운전기사. 아, при обращении 아, может добавляться 아저씨, да, 운전 운 아저씨, 운전기사 아저씨. 아, как, да. 그다음에 정비사, 정비사, 자동차 정비사가 자동차를 고쳐 주어요 미 uh, 메카닉, да? в широком смысле, н а п р и м е р тот, кто ремонтирует машину. 네. 자동차 정비사. 그다음에 설계사. 설계사. 건축 설계사는 건물을 짓는 일을 계획하는 사람이에요. 아, п р о е да? 업 준비생. 취업 준비생. 취업 준비생은 직장을 찾고 있는 사람을 말해요. Так называют а, те, кто, а, ну, чаще всего выпускников вузов, да, или там, а, учащихся старшего выпускного курса, которые в процессе подготовки к трудоустройству, да, ЧИОП это, собственно, устройство на работу, процесс поиска работы. Ней, ярабун идеи, мун попто, по обобще. Ярабун, яральдальнян, а минсушинн, 지금 대학생이에요. 대학을 졸업하면 번역하는 일을 하고 싶어요. 민수씨는 번역가가 되고 싶어요. 열심히 공부하면 번역가가 될 거예요. 어떤 사람이 새로운 직업을 가지는 곳과 같이 변화하는 것을 얘기할 때 이가 되다를 사용해요. Итак, когда вам нужно сказать о том, что кто-то стал кем-то или что-то стало чем-то. Слово тве-да вы давно знаете, я думаю, «становиться». Но важно проконтролировать вот грамматический момент, не забыть добавить к существительному, которым кто-то или что-то становится, именительный падеж. Да? Это либо и, либо га. Я думаю, что вы давно это знаете и умеете выбирать между и-га. Ну, давайте напомню. Кром ирок нальтен. и га. Итак, если существительное оканчивается на uh, гласную, мы добавляем ка, например, «оммага», ыса-га, аи-га. Сольге сага. Если на гласную, если заканчивается на согласную существительное, тогда вы добавляете и, да? Хаксэни, да, сымулони, и так далее. Что еще можно добавить? Имунпобун, нугунгага, се роунчигобль можно использовать конечно же не только когда речь идет о профессиях и вообще не только об удушевленных а, каких-то сущностях но и о чем угодно да например как мы скажем мне в следующем году будет 30 да, да как бы мне настанет или, например, лед стал водой, Орими мури твеосою. То же самое. А, давайте посмотрим а, примеры. Ильбан. Я очень синен куми моё. Цонен на дюнге у вас мечта? Я в будущем хочу стать понюкка переводчиком письменным, да, работающим с письменными текстами. Понёка га, да, здесь у нас понёк-ка заканчивается на гласную, поэтому мы добавили к. Ибон, таван синен оттон царами таван каким бы вам хотелось быть или стать человеком. Тарен царамина сахуе тоуми царами Я хотел бы стать человеком, который приносит пользу э д р у г 사회에 о б щ е 네, 여러분 이제 대화를 들어 보세요. 아두 사람의 대화를어 들을 것인데 어이 대화에서 송준이와 두이는 어떤 직업을 가지고 싶은지, 뭐가 되고 싶은지에 대해 이야기하고 있을 거예요. 그럼 아 어, 성준이는 대학을 졸업하고 뭘 하고 싶어요? 그리고 아 어, 두희는 뭘 하고 싶어요? 잘 들어 보세요. 일과 진로 대화 1 성준 씨는 대학을 졸업하고 뭐할 거예요? 회사에 취직할 거예요. 어떤 회사에 취직하고 싶어요? 전공인 베트남어를 살릴 수 있는 무역회사면 좋겠어요. 투이 씨는 대학을 졸업하고 뭐할 거예요? 저는 대학원에 진학하려고 해요. 뭘 전공하고 싶은데요? 한국학을 전공할 거예요. 그래서 우리 교수님처럼 훌륭한 교수가 되고 싶어요. 투이 씨한테 잘 어울리는 꿈이네요. 같이 읽어 봅시다. 대화 1. 성준 씨는 대학을 졸업하고 뭐할 거예요? 성준. 아, что вы что вы будете делать после того как закончите в у з Выпуститесь из вуза. 회사에 취직할 거예요. Я устроюсь на работу в компанию. 어떤 회사 Тут, смотрите, очень интересно построено предложение. А, хотелось бы, чтобы это была торговая компания, да, компания. Компания, связанная с торговлей, в которой можно будет Цонгонин Салида. Итак, вьетнамский язык который является моей специальностью. Да? определительная форма связки, да? когда вам нужно сказать вьетнамский язык, который является. А, или, допустим, а, мой брат, который является студентом. Да? Хаксэнин – опа. Саллида – если вы подумали, что это спасти, то вы, в общем-то, правы. Да? Это слово, как бы глагол побудительного залога, связанный с глаголом ⁇ сальда ⁇ Жить, да, жить ⁇ а сальда ⁇ а ⁇ сальда ⁇ как бы оживлять, спасать. А, но, конечно, так мы переводить не будем. В чем смысл? Да, позволить, из, как бы, э, сделать так, чтобы специальность из, э, жила, да, применялась к жизни. Вот, то есть, ну, как мы говорим по-русски. Где я могла бы использовать, да, где я могла бы работать по специальности? Да, где я могла бы работать по специальности? А, а эту а специальность у меня вьетнамский язык. Как-то так. Туя, а что вы будете делать после окончания вуза? Обратите внимание, но тоже новое хорошее слово «чинхакхада». И тут точно такой же «чин» как в теме нашего урока «чилло». «Чин» – движение вперед. То есть «чинхакхада» буквально – это продолжать учебу в каком-то другом учебном заведении или на какой-то более высокой как бы, степени обучения. То есть, допустим, когда мы заканчиваем школу, мы «техаккёэ» – «чинхакхада». Когда мы заканчиваем бакалавриат, то мы техагуне тинакхада. Дальше можно тоже пойти там в аспирантуру, в докторантуру. А у нас нет специального какого-то слова в русском, поэтому мы просто переводим. Я собираюсь поступить далее в магистратуру. Моль чонгул На чем бы вы хотели специализироваться? Хангук Буду специализироваться на хангук по-английски «Korean Studies», да, то, «Корееведение» по-русски, да, «На Корееведении». Хочу стать а, таким же выдающимся профессором, да, а, преподавателем, как наш профессор. Ой, вам очень подходит такая мечта, да, то есть это прям мечта для вас. Да. 네. 여러분 이제 연습 1 해봅시다. 어, 잘 듣고 어, 대화를 완성해 봅시다. 미라 씨는 장래 희망이 뭐예요? Обратите внимание, я вот к этим с этим вопросом в самом начале к вам обращалась. 장래 희망, 아, 장래 это будущее, перспективы. 어, 희망, надежды, опять же какие-то чаяния, да. 어, Какие у вас планы, какие у вас мечты, да, о чем вы мечтаете в будущем? Я хочу хорошенько выучить корейский язык и стать устным переводчиком. Да, не забываем контролировать добавление именительного падежа к тому слову, которым мы становимся. Да? Давайте посмотрим второй номер. Итак, что нужно сделать? Так, и в ответе. Первым делом нужно выучить овладеть необходимыми кисуль. Да, кисуль это техника, технология, да, какие-то умения. Ну что, здесь, в принципе, у нас есть некий выбор, но. Мне кажется, хорошо подойдет вот механик новое слово. Давайте закрепим. А, давайте скажем, что нужно сделать, чтобы стать механиком. Как это было? Чонбиса. Что надо добавить? Чонбиса заканчивается на гласную, поэтому добавляем какое окончание падежа? К. Чонбиса-га. И теперь надо сказать для того, чтобы стать. Если вы хотите стать, если вы намерены стать, да? Нам нужно сочетание Рё и мён. Да? Рё для намерения желания, мён если. Что получится? БИ сага твэ рё мён. Отоке хэдэ ё. Нэ, кдэмэ, самбон, босэ ё. Аттия шинын онже бутто мо-мо-мо. Пихенгирл чойм таттон наль бутто. Крон кумыл катке тён гот ката Давайте переведем ответ. А, мне кажется, у меня появилась эта мечта с того дня, как я впервые э, летела на самолете. Ну, явно речь о э, бортпроводнице. А, давайте скажем, да, с какого момента, да, когда вы захотели стать бортпроводником. Он же бы то синму да, кончается на согласный, поэтому добавляем окончание и синму твоего не, мать Сабон, а, Давайте ответ посмотрим. Мани Потому что я хочу зарабатывать много денег. Ну, наверное, речь о бизнесе, о предпринимательстве. А, Саобка у нас не было в новом списке, а было вот слово самозанятый. Да, сам себе предприниматель. А, ча -ча". Найдите его. И давайте скажем, почему вы хотите стать вот а, с, самозанятым, самонанятым, да. Уэ чайон опча га тэго га, потому что кончается на гласную. Э. Мадзи и бон. А, и Обсудите с другом 어, или расскажите сами себе, как, какую профессию вы хотели бы получить? Да? Кстати, обратите внимание, как задать такой простой вопрос: кем вы хотите стать? Да? Слово кто нам не нужно. Нам нужно именно мод, да, либо мога, либо моси. Кем вы хотите стать в будущем? Хочу стать адвокатом. Почему? 변호사가 돼서 사람들에게 도움을 주고 싶어요 그럼 여러분 해보세요 давайте что-нибудь еще сделаем с новым словом. 예를 들면 저는 건축설계사가 되고 싶어요 건축설계사가 돼서 가장 아름다운 건물을 짓고 싶어요 다? 그럼 여러분도 어, 재미있는 문장을 만들어 보세요. 이제 마치겠습니다. 수고했습니다또 만나요. <목소리>